Здравствуйте, меня зовут Куцева Валентина, я художница из Казахстана. Хотела бы рассказать немножко о себе. Начала заниматься творчеством я в 2021 году. За это время прошло много различных техник, узнала разные стили и в итоге нашла себя и свой авторский стиль. В 2023 году весной я начала уже непосредственно писать свои авторские работы. Пишу их маслом. Техника называется без кисти, без использования кисточки, я делаю все руками. Соответственно, мне нравится ощущать краски, холст. Мне нужно прям передавать себя в этих работах. Мне хотелось бы, чтобы вы видели в моих работах веру, надежду, любовь. Несмотря на то, что творится в этом мире, чтобы вы закрылись от этого зла и открылись добру, искренности и надежды, чтобы ваше сердце всегда было наполнено верой и любовью. Хотелось бы еще сказать, что мои работы, они несовершенны, потому что лишь один Бог творит совершенство, а я творю несовершенство, которое приносит мне радость и счастье. Хотелось бы, чтобы и вы также видели надежду, веру, любовь и счастье в моих работах, и чтобы они вас воодушевляли только на добрые поступки и хорошие дела. Всем большое спасибо. Всего хорошего.